Инвестиционные проекты в сфере логистики свяжут Приморье и Республику Беларусь. Стороны обсудили возможности использования портовых мощностей края. Приморский край и Беларусь связывают все более крепкие не только побратимские отношения, но и торговые связи. Наш товарооборот растет, мы все видим продукцию Беларуси на наших полках. Ну а то, чем гордится приморский рынок, Приморья, рыба, наш морепродукт поставляется в Беларусь, соответственно. Но коллеги сегодня приехали уже не с торговыми предложениями, а с инвестиционными. Они определяют место либо контрагентов уже в морских портах, где бы они могли сотрудничать и перевозить уже больше объема грузов не для Приморского края, а для своего государства, либо экспортируемые из территории Беларуси. Напомним, во время прошедшего Восточного экономического форума чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в России подчеркнул, что губернатор Приморского края единственный среди руководителей российских субъектов, столь активно развивающий партнерские взаимоотношения с Республикой Беларусь. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.